Возьмем Атлас и сразимся, ребята. С вот этими... Ух ты, нифига, два титана против меня будет, а? Ой, у меня Джокер только, да, дружище, друг? Напарник Джокер. Ну ладно, посмотрим. Джокер, в принципе, у него... Какой плюс у Джокера? Он очень быстро стреляет. Он очень быстро может стрелять. Так, ё-моё. Так, надо мне не дать, чтобы он встал на место. О! Так, и стреляем. Ой-ой-ой, отходим. А, смотри, защиту. Так, подлечимся быстренько. Опа, уничтожил я, вот, блин. Ну, главное, я одного-то уничтожил танка. Второго не получилось. Эх, давайте еще раз попробуем. Возьмем Атласа. Так, опять смотри, у нас Жнец и Титан. А, у меня опять Джокер. Так почему мне Джокера постоянно дают? Ну ладно, я надеюсь, ты... Пазли. Я надеюсь, ты сильный чувак. Сможешь вот этих вот уничтожать дурачков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лечимся срочно. Так, немножечко подлечились. Ой, так прям меня стрельнул. А, гаденыш какой. Я разлетелся. У меня защиты мало, потому что танк нужно улучшать. Ладно, посмотрим, как справится Джокер или нет. Уже без меня. Ну давай. Я-то всегда Джокером. Ну как, ну не всегда, но... 90% я выигрываю. Ну а этот дурачок, я не знаю, сможет или нет. А, давай, ну что, достали, да? Сейчас посмотрим. А, ну все, мы под защитой стоим, видишь? Поэтому будем ждать, пока они эти подъедут. О, подъехали, видишь, подлетели. Ах ты, ё-моё, внезапная смерть, поражение. Да, давай я Джокера возьму. Я возьму Джокера. И покажу, как я умею играть Джокером. Так, Титан у нас и Кобра. А у нас Джокер и Феникс. Что ж. Смотри. Подлетаем сюда, останавливаемся. Сразу же напалм. И начинаю стрелять. Постоянно стреляю. Вот смотри, я сейчас Титана зафигачу. Есть, Титан уничтожен. Готово, всех уничтожили. Вот так надо играть, ребята, Джокером. Всем привет, ребятки. Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Skill. И сегодня мы будем играть за Атласа. Давайте посмотрим, на что он способен, этот Атлас. Опа, подбили мы. Смотри, какой ты молодец. Ой, какой хорошо, как молодец. Давай. А, главное вот этих сейчас. О, смотри, мне даже не нанесли удар. Урон никакой не нанесли. Вот это Атлас здесь прям в джунглях. Прям как будто он здесь и рожден для этого. Для боя. Для в джунглях. Ой, смотри, как он уничтожает. Молодец. Вообще прикольно. Вообще классно. У меня еще ремкомплект есть. Опа. Давай, стреляем. Так, уничтожили? Есть, уничтожили. Так, вот этот уничтожим. Уничтожим. Так, теперь... Как-то вот сюда в этого попасть. Ну ладно, сейчас мы подождем. О, давай, стреляем прямо в него. Хорошо, что есть самонаводящиеся у меня ракеты. Вот это да. Самонаводящиеся ракеты. У Атласа. Опа. Тихо. Ё-моё. Ах, попал в меня немножко. Ну да ладно. Так, сколько мы? 9 вражеских единиц уничтожили. Никого нету, смотри. Как-то интересно. Вообще никого нету, смотри, я иду. А, мне нужно еще одного уничтожить, и будет босс. Так, а вот он красненький как раз. Дружок мой. Ух ты! На, получи. Есть. Так, босс едет, легиончик. Давайте сразу ремкомплект используем. Ага, нужно еще встать аккуратно, удобно, чтобы попадать в него. О! Тихо, надо немножко отойти. Потому что он сейчас стрелять начнет. О, начал стрелять, гад, а. На, получи мои ракетки. Уничтожили босса. Теперь идем
Получим ремкомплект. Вот, 100%, смотрим на здоровье. У Атласа, конечно, слабенький ремкомплект, но все равно пойдет. Опа, вертолетики, самолетики. Всех уничтожил я. Вот это классно, да? Он как бы воздушную оборону... У него воздушная оборона очень хорошая. Опа, 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 тихо, 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 тихо. Ладно. Так, дружище, давайте я сейчас стрельну. Готов. Идем дальше. Сейчас, по идее, должно быть побольше уже вот этих всяких танчиков. О, этот красненький, что он здесь делает? Перевернулся. На тебе ракетку. Отличненько, идем дальше. Так, здесь должно быть этот самый, как его? Нет, никого нету. Так, мне нужно еще встать. Вот плохо, что у него само наведение несовершенное. О, попадает. Готово. Давайте еще. Ракетки кончаются, у меня ремкомплект. Ладно, идем дальше. Так, монетки соберем. Ох, смотри, вертолет. Так, как все... А, мне попадает в меня, да, гад, а? Давай сюда, иди сюда. Так, сколько их много, а? Есть попадание. Сейчас еще раз. Готов один. А, мы сразу два уничтожили вертолета. Можно захилиться немножко сейчас. Захилимся. Опа! Ну, совсем чуть-чуть, правда. Так, как же этого теперь попасть в него? О, отличное попадание, смотри. Нет. Как же шмите? О, все, уничтожили. Идем, отправляемся дальше. Так, а ну-ка, вот тю-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 тю. Аккуратно. Уничтожили. Идем дальше. Так, вот этого чувака сейчас стрельнем. Нет, мимо. Опа, две ракетки. Готов. Опа, так, как же мне встать? Правильно, нужно же уметь встать же, да? Опа, держи. Идем дальше. Так, красненький. А, тут два красных, смотри. Опа, начал в меня стрелять, смотри. Ой-о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 й
Так мы монетки и заработаем сегодня много. Ну смотри, я уже 36 единиц уничтожил. Так, тихо. Тихо. Да ё-моё. Так, вертолеты пошли. Сейчас мы их попробуем щелкнуть. Опа, готов. Вертолетик. И вот этот танк нужно уничтожить. Готов. Все получается, все нормально. Ну, рекорд у нас 83. Это получается, я на Атласе, да, уничтожал 83 танка. Интересно, интересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бомбочка. Где ты там, гад? Сейчас я встану так, чтобы тебя попасть. Нет, он должен подъехать поближе. Тогда я смогу его уничтожить. Есть. Но не до конца. Он еще, это, смотри, живой. Все, готов. А, босс у нас. Ух ты, вертолетчик. Гонец сада. Ладно. Так, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, мимо как. Ладно, здесь сейчас подождем его. Пусть подлетит. Стреляем. Мимо. Не все ракетки самолетика догоняют. О, давай. Есть, уничтожен. Давайте ремкомплект сразу заберем. Он получше будет, чем у меня. Немножко, давай своим еще
захилимся. Нет, не получилось у нас 100%. Так, уже, смотри, 52 танка подбили. Потихонечку, потихонечку будем, ребята, уничтожать их всех. Ой-о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 й. Давай, а ну подожди, мне с этим нужно разобраться еще, с танком. Вот, и с вертолетом. Хорошо. Две патронки, два патрона хватило. Так, вот этого тоже надо уничтожить. Блин, я не могу в него попасть. И еще один ударчик. Да что ты будешь делать? Что ж ты такой неубиваемый, а? Все, уничтожили мы его. Идем дальше. Так, тихо-тихо-тихо. Держи. Шапку с меня снял, прикинь, слетела шляпа. Ох ты, ракетки. Я хотел бы рекорд, конечно, побить свой. Для этого мне нужно... Нифига, смотри, как он жух-жух-жух-жух ходит. Так, вот этого тебе надо убить. На! Гаденыш, а? Ух ты, хорошо мы вот эти подбиваем прям. Самолеты. Реактивные. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Красненький, дружище. Готов. Идем дальше. 65 единиц уничтожено. Да ё-моё, сколько же вас, а? Готово. Так, вот этого теперь. На! Все, уничтожили. Так, а вот этого малыша мне как-то надо... Вот отсюда встану. Опа, 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 летят, смотри, летят. Так, ладно. О, самолетики, вертолетики. Готово. Так, здоровья у нас уже мало. Ага, одно деление там небольшое есть. Ну ладно. Так, вот этого сейчас уничтожим. Ох, 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 вертолетчики, вонючки. Уничтожили меня, гады, гады. Уничтожили. Ладно, давай посмотрим. Сколько монет мы заработали. 276 монет.